успешно обмануть огромное количество людей и сделать это на ровном месте и даже не прикладывая никаких усилий, это как минимум заслуживает внимания, когда облачено в формат кино. Или же литературы, как в случае с источником сегодняшнего фильма. «Пикник у висячей скалы» 75 года – экранизация повести Джоан Линдсей, псевдоисторической, неумышленной, хотя кто знает, мистификации, захватившей умы целых поколений. Сюжет картины предельно прост. В 1900 году учащиеся австралийской женской школы отправляются на пикник у одиноко стоящей висячей скалы, куда жители близлежащих поселений ходят неохотно. В середине дня несколько учениц уходят прогуляться ближе к горе и пропадают бесследно. История фильма затрагивает этот случай, а также некоторые последствия, такие как поиски пропавших и произведенный эффект на тех, кто вернулся со скалы. Тут никаких неожиданностей, только логичное и органичное развитие одной определенной трагедии. Однако кино, а говорить я буду именно про экранизацию, не про повесть Линдсей, это кино красит не текст, а его подача. Как идейная, так и визуальная. «Пикник у висячей скалы» – одна из наиболее известных работ Питера Уира, что несколько странно, учитывая, насколько старомодно она сделана и насколько созерцательна в своей сути. Фильм, я бы сказал, относится к той категории кино 70-х, что еще не тронут новым Голливудом. Можно возразить и вспомнить, что «Пикник» вообще-то австралийский. Но фишка в том, что новый Голливуд как явление, направление и дух оставил большущую отметину на кино всего мира. И после него весь вид искусства перестал быть прежним. Здесь еще нет того цинизма и желчи реального мира, проникнувших в заведомо искусственные рамки формата. Внешняя подача и актерские исполнения отсылают больше к 40-м, чем к другим своим сестрам этой декады. Манерность и вычурность тона создают контур центральной темы, которая, в свою очередь, превращает просто мистическо-детективную историю в своего рода изощренный фильм ужасов. Просто ужас этот хорошо умеет прятаться. Sarah reminds me of a little deer Papa brought home once. I looked after it, but it died. Mama always said it was doomed. Doomed? What's that mean, Irma? Doomed to die, of course. На самом деле, то, о чем кино, его главные идеи и тематики, это вполне себе предмет для спора. И далеко не факт, что все, что я буду говорить дальше, имеет реальный смысл. Но это не повод останавливаться. «Пикник» формирует свой стержень идеей о неестественности человека и его попадании в абсолютную естественность природы. В глубине этого макрокосмоса, нетронутого этой неестественностью, обитает нечто сродни первобытному ужасу. Столкновение с этой, возведенной в высшую степень естественностью, меняет людей. Они расцениваются как аномалия, чуть ли не как инородное тело в кровеносной системе. А в каждой такой системе есть лейкоциты. Вот и скала, уже в ответ на вторжение, заставляет пришедших окунуться в первобытность с головой. Стоит ли говорить, что как минимум голова эта закружится как волчок? Неестественность людей поначалу выражена визуально. Одни только белые платья девочек выглядят крайне неуместно в общем пейзаже, как то, чего не должно быть здесь. Затем неестественность переходит в психологическую плоскость. Она выходит на поверхность у всех тех, кто выбрался живым с поездки и оставляет с осознанием, быть может, своей незначительности. Фильм медленно погружает и зрителя в это состояние, и в этом ему как раз помогает общая созерцательность подхода к повествованию, у которого есть как минимум нюанс, как максимум проблема. То, что в основе фильма лежит литературный источник, не просто заметно. Оно кричит так, что становится больно не только ушам, но и глазам.
сценарий сложно назвать сценарием фильма. Это именно переложение книжной основы, в которой вполне позволительны те вещи, что в кино нужно опасаться. Например, тут нет протагониста, если только мы не назовем протагонистами вообще всех действующих лиц. Тут куча параллельных сюжетных линий, которые хоть и связаны с произошедшим пикником, но все же каждая существует в собственных плоскостях. И даже когда пересекаются, как, например, линия с потерянным в приюте братом Сары, то всегда оказываются оборваны на полуслове. В целом, если бы история была построена до самого конца как slice of life, что мы имеем в начале, то в этом не было бы проблемы. Это органично вписывается в концепт. Но фильм уходит от этого концепта в более привычный уклон сфокусированной и четко направленной истории. А вот уже в этом случае оставлять арки неразрешенными или же просто с нереализованным потенциалом вредно. Я не часто придираюсь к исполнению сценария. Для меня важнее задать вопрос «зачем», а не «что» или «как». Но именно в «Пикнике», как очень высоко оцененном фильме, текст меня очень коробил, и многие решения оставляли как раз-таки беззвучный вопрос «так, а зачем?». Например, я легко могу понять, зачем здесь такая старомодная актерская игра. Все для атмосферы времени. Эта манерность вкупе с сильной британскостью создает дух старины, что фильму только в плюс. Сам упор на визуальную сторону помогает уже в принятии общей картинности. А там и на театральные замашки смотришь как на само собой разумеющееся. Учитывая, что здесь нет полноценных персонажей с глубиной и проработкой, то и подобное исполнение не вызывает какого-то раздражения и смотрится на своем месте. Более интересен такой прием, что на роли пропавших учениц Уир взял сплошь писаных красавиц, чтобы еще раз подчеркнуть их противоположность к природе без прикрас. Грубой, угрюмой, холодно относящейся ко всему, что ее окружает. И как бы на контрасте с ней нам дают визуальную теплоту, что исходит от учениц. Пришедшие из мира хорошей жизни, лишенной жестокости природы, они приносят в нее мягкость визуала и, до поры до времени, комплементарный музыкальный ряд. Конечно, столкновение с бездной принесет изменения как во внешний вид, так и в саундтрек. Причем иногда так неожиданно жутко, что не стыдно и в кресло вжаться. Если же оценивать именно качество технической работы, то отбросив все ту же старомодность как средство стиля, можно отметить небанальные и не халтурные приемы как со стороны оператора, так и со стороны монтажера или продакшн-дизайнеров. Опять же, фильм и своей внешностью успешно осуществляет превращение из легкомысленного приключения в триллер с осознанием Фатума в своем центре. «Пикник у висячей скалы» и его история впоследствии стали большим обманом. Преднамеренным или нет, уже не важно. Достаточно всего нескольких строк в начале фильма с пересказом фабулы, чтобы люди всерьез поверили, что эта история имела место быть. Тут уж и не знаешь, кого и в чем винить. Писательницу и режиссера за их умение подать выдумку как нечто реальное. Или читателей и зрителей за их наивность и желание верить в красивые истории. Также непросто сказать наверняка, были ли это повесть и фильм всего лишь хитрым выпадом в сторону колониализма, или же речь о чем-то большем. Может, все о том же осознании себя внутри мира, в его глобальном смысле. Как и всякая мистификация, «Пикник» является и головоломкой, которой будет любопытно, как минимум, притронуться. В очень неожиданном месте можно найти истинный триллер.